На китайском подворье продолжается курс лекций «Основы православной аскетики» нравственного богословия. Приглашаются все желающие. Занятия проходят по понедельникам в 19:00. На занятиях вы узнаете, какие бывают греховные страсти и добродетели, что такое искушение и как относиться к ним, учение о молитве, воля человеческая и воля Божия, что такое любовь к Богу и любовь к ближнему. Курс читается на основе книги «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца. Лектор – диакон Анатолий Гольдман. Вход на лекции свободный. Также можно слушать занятия удаленно на странице ВКонтакте.